Смотрите, объясняю быстро. А, сразу, сейчас. В смысле, а мы... По два человека будете играть. Распределитесь по парам и заполним вас. Да не, я могу поиграть, но я бы хотел не просто. Идите. Будем играть. Мы, если а можно переодеться? Пара давай. А могу переодеться? Шуточка. Втором белье. Ты меня разъебешь нахуй, блядь, своей палкой. 13 сантиметров. Она скажет, на 13 см. Потом на какие-нибудь костюмы или что-то такое? А сколько один бой примерно идет? Сразу. Не, если по отдельности, если по отдельности, двум командам, тогда 13,5. Чисто будет и красиво, и не грязно. Вот правда. Не, ноги отморозим. Да? Ну, вообще, с этими холодно ногами. Будет, холодно будет. Не. Да не холодно, чего? Какой, я уже чувствую, что холодно. Да не, нормально. Нет, мы вот вместе с ним. Мы вместе. Люди потом слягут. Сказали, можно кроссовок. 13,5 сантиметров. Кать, с тобой подраться? Если у тебя шипов не будет. Ну, да. Не, я наоборот хочу, чтобы чистенько было, можно было падать, кувыркаться головой. Кабан. Ну да, но я думаю, что ой. А у меня вот. Да, давай напиши кабан один, кабан два. Не, лучше пусть он будет Боров. Да, Боров. Да, а, давай Боров. Боров буду. Боров и кабан. Нет, кабан 2.0. Ну ладно, пойдем. Ладно, кабан. Следующая пара. Я. С кем? Каравай, ты играешь? Да. С караваем. А, ты с Рокси? Да, он звонит. Я один буду. Я один буду. Один против себя? Против двоих. Давай, нас уже слышно? 13 сантиметров. Один против двоих. Ты понимаешь, что мы не в команде, мы друг с другом будем драться? Да, против нас. Я знаю, мы против них будем драться. Мы с тобой будем драться. Это будет чего это? Босс, это босс. Запиши просто пока третьим. Мы же, я же правильно понимаю? Знаешь, главный уровень, последний. Как дракон в Майнкрафте. Ну, Ликс, наверное, так, да. Я не придумал. А мы больше я не придумал. Кабан 2-0. Короче, ребята, сейчас ты будешь играть просто с победителем. Тут замерз. Я же говорил, блядь. А, мы то есть будем друг против друга, правильно? Абсолютно верно. Ну ладно, ничего. Вадя, удачи тебе. Пиздец, я сразу падаю просто вначале. Просто... Отлично, тогда первая пара начинает. 13 против 13 с да. Заходи. А мне это нужно? Ух ты, бля. Можно просто меня иначе я это сломаю. Так. Оставляй здесь. Опа, улетят, нет? Наоборот, другой стороны. Другой? Вот я правильно. Мама, папам привет. Да. Мама, я влюбился. Опыт есть в шлемах. Застегивать? Где у нас микрофон? А вот. Ай! А у тебя агент. Всем привет, передаем. Ух ты, блин, да больно. Можешь сказать быстро привет. Раунд номер один. Прошу барьеров. А правила есть? Сейчас расскажу. Конечно. А куда? Туда? Да, прям внутрь. Выбирайте себе тумбу начальную напротив своего соперника. Нихуя себе, блядь. Да ты меня сейчас с одной штуки вырвешь. Блядь. Проще через низ, наверное. Нет, ты уже победил почти. Тут встать-то просто сложно. Попрошу вас. А, может, вот он туда положить, где кепочки? Да. Лёш, обязательно под кепочку. Держи, Лёш. Не, дай мне рыжую. Нет, нет, там моё, нормально, сказали. Держи. Ой, я не ухоп, перчаточек нет. Рокси, дай перчатки. Они не помогут, брат. Ты мне врезал. Правый игры очень простые. Вы берете ее за два. Там так? Сосиска одна есть. Это 13 сантиметров, если я не ошибаюсь. Что-то так слишком 13. Много взял, дядь. Ты много на себя берешь. Ой, блядь. На закрепление. Берешь здесь и здесь. А что нам нужно стать на этой хуйне, типа? Ёпты. Я думал, по всему это можно быть. Давай быстренько рассказываю правила. У нас сегодня легкая активность, нас ждут наши друзья. Играем очень просто. Вы играете друг против друга. Ваша задача сбить вашего соперника с платформы. Есть один нюанс. Можно перемещаться по платформам, но на платформу, где находится соперник, переходить нельзя. Блин. Если ты переходишь на его платформу, ты автоматически проигрываешь. Играем до 5 побед. Я отхожу. Готовы? Да. Раунд номер один. Поехали. Погнали, Лёшка. Один ноль. В пользу бойца в рыжем шлеме. Я понял. Занимаем тебя. Позиции. Я тебя понял. Фу, а, друзья мои, те, кто еще не играет, могут немного размяться. Павел проведет для вас игру. У нас раунд номер два. Поехали. Блядь! 1-1. Ничья. Отдохни, дядь. Поднимаемся обратно. Давай пенисами. Приготовились? Давай, стой. Итак, пенсилами. Монопенсуальная игра. Приготовились? Поехали. Бля! Ничья! 2-2! Я в народ дал!
Народ. Чисто пригубил, блядь. Продолжаем. Слышь, ты хуй-то помой. Счет 2-2, играем до 5 побед. Я яйца мыл. Давай. Все нормально. Не знаю, о чем там говорить. Я кем. Итак, приготовились, поехали. Ой. И все, становится 3-2 в пользу бойца в рыжем шлеме. Реально? Уже 3-2? Приготовились, поехали. Блядь! Еще становится 4-3. Это считается ничьей. У вас, возможно, решающий раунд к барьеру. Че, я ну это... Занимаем места. Уже запыхался. Как будто 7 этажей пешком поднялся. Иду по району, джинсы висят низко. Приготовились, поехали. Ну что, дядя? 4-3, напоминаю счет, пока ведет боец в рыжем шлеме. Раз, Месси. Два. Нет, проигрыш. Побеждает боец в рыжем шлеме со счетом 5-3, потому что он наступил на твою платформу. По правилам это нельзя. Лови, дядь. Ребят, у вас разница минимальная 13-13,5. Кто из вас кто? Я сейчас вас путаю. Я 13. Ты 13. 13 победил, выходит в полуфинал. Следующие бойцы на старт. Кабаны. Леша. Паш, кабанов мне сюда. Метров. Ваша игра. Надо нужно перчаточку, пиздец. Поздравляю с победой. Пать, в сугроб. Выбираем себе цвет, а лучше под низ. Бля. Не, мне кажется, тут без шансов. Ой, бля. Правильно, выкидывай его. Ой, бля. Вязочно. Ребята, я не уверен, но, по-моему, это... Ой, тебе, кстати, идет кепочка. Итак, следующий бой. Да? Боец Кабан и боец Кабан 2-0. 2.0. Спасибо. Все, тебе пизда, Кабан. Ух ты, блядь! А ты Кабан 2-0? Или он? Не, он Кабан 2-0. А, он 2-0? Ты уверен? Да. По-моему, ты более прокачанная версия Кабана. Итак, сюда, вот сюда залезай. Еще раз быстро для вас правила, чтобы тоже было понятно. С платформы на платформу переходить можно. Но если на платформе уже есть соперник, и вы на нее переходите, это автоматически проигрыш. Всего играем до 5 побед. Если падаете одновременно, ничья. Итак, приготовились, поехали. Ничья 1-1. У тебя шапка слетела. А можно без шапки? Не стоит. Можно по уху получить неплохо. Да нормально. Ну ладно, смотри сам. Итак, 1-1. Давай. А, земляк. Поехали. 2-2. Маленький комментарий. Если вы падаете одновременно, это не в зачет. Блядь. А, блядь. О. Ладно, блядь. Я тебе покажу, что такое Росгвардия, блядь. Забрались. Счет 2-2. Приготовились. Попробуй не переступай его победить. Поехали. А вот теперь твоя победа. Ты остался на платформе. Блин, тапок слетел в ахуй. Сила удара снесла тапок кабану 2-0. Счет 3-2. Пока ведет кабан. Приготовились? Ебать, рукам холодно. Итак, приготовились, поехали. И снова побеждает кабан. Версия 1. Счет 4-3. 4-2, извините. Еще побед? Еще одна победа тебе нужна. 4-2. Да, последний раунд, сейчас я садлюсь быстро, нахуй. Приготовились, поехали. И побеждает кабан. Следующее. О, ебать, рукам холодно. Сереж, запиши у нас. Бустер еще появился. У нас еще одна пара. А я смогу перейти? Рокс! А? Давай варежки по-братски. На. Слава, давай как в боксе должны выйти, слышишь? Как?
Давай. Дима, кепка. Меня снимай сейчас, стоп. А где кепка моя тут? Не рекомендую. На голых кепках. На голых кулачках выскочим. Несите соль. Давай, ну что, прошу. Какая согласен, иди сюда! Давай, Дима. Давай. Полет нормальный. Сейчас они выразят эмоции друг другу, и мы начнем. Дима, как? Шлем накинь. Мужчина, он в штанах. Попрошу вас, господин ведущий. А, давай. Забивай. Итак, смотрите, правила простые, как никогда. Занимайте места на двух платформах. Играем очень просто. Ваша задача спихнуть противника с его платформы. Переходить с платформы на платформу можно. Переходить на платформу, где находится соперник, нельзя. Если вы это делаете, вы автоматически проигрываете. Играем до 5 побед. Приготовились. Поехали. А это считается ничьей, потому что оба упали одновременно. 1-1. Отпустился. Итак, пока счет 1-1. Приготовились. На старт, внимание, поехали. Держись! Снова ничья! 2-2! Батя сделал спинч. Битва равная. Третий раунд, приготовились, поехали! Пошли, пошли, все! Дай, говорит, попробую, не делай ничего. Давай, готов? Поехали! На соседнюю перемещайся. Снова ничья! 3-3! Попробуй наносить удары сбоку, они хорошо валят. Пока ничья. Да. Приготовились? Поехали. Отлично, побеждает бустер. 4-3. Либо финальный, либо доигрываем. Ну, если проиграешь, то финальный. 4-3. Приготовились, поехали. Ай, блядь. Стоит. Давай, меси его. Попробуй его столкнуть, спихнуть просто напрямую. Толкни его напрямую. Отлично! Первое касание у Дмитрия Эликса. Да, 4-4. Финальный раунд. 4-4. 5-3, он первый упал. Он и упал первый, был в его пользу. Схуяли? А? Сорян, все, понял. 5-3, ты в финале, иди отдыхай пока, ты тоже отдыхай. Следующее. Итак, у нас три финалиста есть, все троем на ринг, пожалуйста. Слава, ты отдохнешь? Со Славой чуть отдохнет, да, 12 сантиметров на сцену. Я могу пока сказать. Пойду дом погрею еще. Кабан тоже на сцену. Дай 2-3 минуты. Собственно, бустера ждем. Да. Бля, можно босиком пойти? Мне просто босиком будет комфортнее. Думаешь? Конечно. Смотри, чтобы холода не было. Не будет холодно. Такое вот у нас изобретение. Сейчас у нас будет битва, я так понимаю. А что нам идти, не идти? Лёша, Кореша, Рокси. Ой, бля! А где Слава? В общем, просто у нас сейчас будет финал. Лёша, Кореш против Рокси. Давайте посмотрим на это. Бля, ну против Рокси не выиграть. Разбег. Можно, хитростью. Просто пропускай его удар мимо себя. Хорошо, хороший.
Или действительно не выиграют. Весовые категории, конечно, различаются у нас. Ну что, делаем ставки? Бери голубую. Так, наверное, слотку на кабана. То есть, черный. Рокси — это просто два Леши кореша. Итак, приготовились? По весовым категориям. Зарядились. Подожди, блядь, дай залезу. Встань на центр платформы, чуть назад. Залезли. А кто третий? А, этих нет. А кто третий? Давай я залезу. А, он ушел пока отдыхать. Может, Саша? Не, да, бустер ушел. Не, Саша уже проиграл. Итак, приготовились, ладно, играем 1-1. Поехали. Че ты? Ему самому страшно. Что ты? Да нихуя, блядь. Так он же кабан, что ты хотел? Ну, танка, нахуй. 1-0. Конечно, блядь. Я в ахуе, что ты не в каске, блядь, еще и с кстати, там нарушение, кажется, было, товарищ судья. Это можно принять нарушением, но, в принципе, он не упал. Ладно. Я готов. Давай, единственное, смотри, да, комментарий, это правильный комментарий. На платформу соперника не переходи. А то в следующий раз не засчитаю. Давай по нулям пока, играем дальше. Поехали. Блядь! Ну, здесь чистая победа, 1-0. Гоните, я застрял! Гоните его, насмехайтесь над ним. А что ты против этого скажешь, нахуй, Рокси? Что? Сейчас он тебе ответит, не переживай. Он сейчас штаны снимет. Итак, там больше. Итак, приготовились, поехали. О! А это победа. 1-1. Готов? 1-1? 1-1. Первый не засчитали тебе. Ебать. Давай. Два хочешь? Ну, просто мяч. Так, смена платформ. Попробуем отсюда. 1-1, пока ничья. Поехали. Охуя. Блядь! Снова заход на платформу противника. Я предупреждал, это была его платформа, он на ней стоял. Вот так. Все становится в твою пользу пока. 2-1. Предупреждение тебе выносили. Сейчас вот страшно. 2-1, побеждает 13 сантиметров. Ты понял? Занимай места. Итак, боец в рыжем шлеме 2. Я просто дышу тут. Кабан 1, приготовились, поехали. Бьем. По этому бою можно понять, что масса не главная. Не ходи на его платформу. Блядь! Блядь! Ничья! Оба упали. Ого, а что это у вас тут? Ну ладно, не пугай. Давай. Любовь, вставай. А как? Сосиску убери. Сосиска больше Лёши весит. Ой-ой-ой. Асальто. Сейчас ты потратишь последние свои силы. Асальто сможешь, Лёш? Счет 3-2. Сальто нельзя. Слушай, ты проигрываешь. Я на тебя сотку поставил. Ок. Вставаем. Встаем, 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 встаем. Просто боковым. 3-2. Стой, стой, стой. Знаешь, как можно победить? А это ничья, какая разница. Он соло ведет. 4-3. И тебе одну победу осталось одержать. Рокси, ты? У меня микрофон. Итак, наш дружный коллектив Funky Games поставил сотку на худого бойца и сотку на кабана. Посмотрим, кто же будет прав. 300 нахуй. Под две шоухи купил. Рокси, боковой делай. Итак, счет 4-3. Либо сейчас побеждаешь, либо будем играть в финал. Еще раз, вместе не падаем. Смысла никакого нет, только силы зря теряете. Что-то мне подсказывает, там 3-2. Приготовились, поехали. Ооо! 4-4, ничья! Ты долго держался. Финальный раунд? Да, финальный раунд, 4-4. Бля, не отдышался. Бля, пиздец дыхаешь. Это пизда. 4-4, чтоб ты понял. И, по-моему, подслуживаешь. Дай ему по голове этой штукой, пожалуйста. Там уже ставки просто. Итак, финальный бой. 4-4. Поехали! Финал, ребяточки. Переигрыш, неважно.
Не роняем соперника, просто сбивай его этой плюхой. Леш, по-моему, он выдохся, что-то мне подсказывает. Я пиздец, я тоже. Но ты поверь мне, ты гораздо меньше сил тратишь. Ты гораздо экономнее воюешь. Ладно, так. Эту победу я побеждаю мамочке. Мам, я тебя люблю. Да. И по голове дубинкой. Хоть ты меня не любишь, блядь. Итак, встаем. Переигрыш, финал. Поехали. И побеждает 13 сантиметров. Ну что, у нас есть победитель. Слав, ты с нами? Это все маленький член, он не мешается. А, как кошачьи бои. Больше шкаф. Девчонки. Чем падает. Не надо, ладно, девчонки. Специальный бой сегодняшнего вечера. Бои женщин, прошу. Сестры Зайцевы, будьте добры. Проходите на вход. Ебать заебался. Да я тоже. А вот он у меня, слышишь? Да. Да. Можешь на капюшон, Дина. Блин. Алло, Андрей. Да. Он на шапку налезет, мне кажется. Не налезет? Налезет. Или на капюшон попробуй. Глубже не надо? Да нормально. У Кати хорошо сидит. Так, а кто там на меня ставил? Пополам дерево? Вот ты потом сотку ему и занеси, ставил на него. Итак, девчонки, прошу на ринг. Просто так это попробуй. Еще я уверена, сейчас Дина такая добивает. А как залезать? Через... Сюда, через... Мне кажется, у нее соскакивает. Ёбаю, как скользко. А мне кажется, да. Ну, тоже верно. Да, один, ну буквально там будет победы. А, блин, мне по хуйке будет не очень удобно. Потому что мужской чемпионат закончился в пользу 13 сантиметров. Блин, они еще тяжелые. Я сюда, да? Кажется, это сложнее, чем казалось. Блин! А что делать? Девчонки, у вас все просто. Играем до двух побед. Самое главное, уронить своего соперника вниз. По платформам можно переходить. Но если вы ступаете на платформу вот так вот к сопернику, это ваш проигрыш автоматически, не бойся. Итак, все готовы. Старайтесь, да, в лицо не бить. Морально не унижать. Бьемся честно. Поехали. А, Катя, ну ты что? Все, потеряла оружие, получается. А, держи. Возвращаем. А если я ее вот это... Я могу это... Битва за рыжий стержень. Отдай ты ей этот стержень, я тебе другой дам. За что? У тебя будет лучше. На, держи черненький. Попробуй нанести удар сбоку. Да какой... Ой, Катя, хороший удар. Катя, тебе не больно? Да не нормально. Обожаю. Макгрегор, Хабиб, тебе больно? Не больно, Хабиб? Нормально все. Прости, но я не хотел. Не, только не Катюша, извини. Давай, Месси. Кто извини? И у нас есть первая победа. 1-0. Катюша, нормально? Да. Черт. Поднимайся. Сюда или сюда? Туда. Сюда? Туда. Фух, блин, эти штуки тяжелые. I will be win. Чё ты? Сейчас. Итак, приготовились. Поехали. Попробуй перейти на другую платформу и нанести удар сбоку. Так да, Катя, в прошлый раз попробовала. Она просто это, не широко шагнула. Ну ладно, давайте попробую. Вот. Ближний бой. Ну ты проиграла, ты перешла на чужую платформу. Да. Так нельзя. Блин. Со счетом 2-0 побеждает боец в рыжем шлеме. На камеру отыгрываем. Сюда. Давай 5. Спасибо за кровь. Думаю, не могу сюда наступать. Спокойно, без паники. Итак, наши гладиаторские бои закончились. Все быстро закончилось. Если есть желание еще поразмяться, этот аттракцион стоит для вас. Ну, всем спасибо, еще увидимся. Игры есть, нет? А.
решили чуть быстрее закончить. Я начала замерзать. Надеюсь, моя поясница не скажет мне потом. Ой, нос, кстати, очень замерз. Ого. Спасибо. Голос. А мы больше не играем, все? Держи, Саша, спасибо. Голос, а больше не играем, да? Ну, можно, да, попробовать зарубиться. А, ну Рокси ушел, да. С бородой? Давай. Понял. И мелочь вызвал. Ну, в финале мы должны были втроем играть. О-о-о! Ну, раздача на спавне денег. Ну, давай. Ребят. Ребят, честно, я чуть-чуть дохлый, но вот Андрюха хочет со мной выскочить на этих палочках, бля, это оператор. Посмотрим, ебать. Давайте я буду снимать, оперировать. Я не сижу, конечно. Короче, так, скажу так, Андрюх, я уже сдохший, блядь. Так что особо не пизди. А где он? Да, давай. Кстати, камера тяжелая. Все, блядь. Это сложно, пиздец. Ребят, сейчас лучшие моменты за вчера посмотрите. От наших друзей Five. Насладитесь повторами. Давайте смотреть.